Я вот в интернете видел видео, в котором потянулся 90 раз. 90, вы не ослышались. Итак, даже рекордсмен Николай Коклимов пытается заснять подтягивание Андрея на телефон для того, чтобы поучиться у Андрея. Итак, друзья, вот смотрите, как нужно показывать выдающиеся, вот это, если сейчас это произойдет, выдающиеся достижения. Человек, у которого бесконечная силовая выносливость, просто бесконечная. Есть. Я так понимаю, первые 30, это у него просто разминка. Это как, так же, как для вас, там, 5 подтягиваний в утренней зарядке. Подбородок сильно выше это делать. Я посрать. Есть. Итак, друзья, даже если вы проходите мимо нашей площадки, здесь мы разыгрываем награды Кубка города Ботега на перекладине, остановитесь. Сейчас, возможно, вы станете свидетелем уникального достижения подтягивания на перекладине. Такого в Красноярске пока еще не видели. У нас фиксировались рекорды, пока никто в Красноярске не преодолевал рубеж 70 подтягиваний. Было 60 с чем-то. Есть. Да, расскажу скромно. В 95 году мне принадлежал 2 года рекорд Красноярского края по подтягиванию 54 раза. Стоял он 2 года, потом его перебили за 60, но 70 раз никто не подтягивался. И вот сейчас Андрей попытается сделать рекорд наших соревнований. Вообще это можно зафиксировать как рекорд Красноярского края в подтягивании на перекладине. Есть. Нет у вас мускулов? Есть. Задельный план. Есть. Нет, я маску пытаюсь. 39 подъемов, друзья. Давайте на 40-м поаплодируем атлету. У нас пока лишь 41 раз один человек подтянулся. Андрей второй. Есть. У вас нет музыки? Есть. Наша музыка настраивает атлетов на рекордные достижения. Танцевальная музыка за отдельную плату. Мы устали, но... Купюры не меньше 5000. Меньше не берем. Есть. 49 подъемов над перекладиной. 50. 50 подъемов. Счет идет внизу, между прочим, а не вверху, поэтому... Ну вы опаздываете, наверное, мужчина. Я никогда не опаздываю. Сколько? 55! 10, это 56. Ну? Аплодисменты на 60! Есть! За всю историю Кубка чемпионата города Красноярска у нас максимально был 62 раза, насколько я помню. Есть! Виктору Росинину!
И сейчас рекордное достижение, которое держалось пару лет. Пала! Усилия Юсыпова Андрея! Есть. Если бы я не видел начала, я бы не поверил. 66 подъемов! Уникальный случай! Да все уже! Кубок города Красноярска подтягивает на перекладине! 68! Да останавливайся! Надя история. На него это... Овации на 70! 70 подъемов! 71! Нифига! Андрей сегодня работает на максимум! Ты сдурел, что ли? Уникальнейшее достижение! Такого в Красноярском крае не может никто! Из всех 3 миллионов проживающих на территории нашего гигантского края только Андрей Исыпов! Еще не предел! 77! Красивая цифра! На перекладине и сезон 2017 года Исымов Андрей, город Енисейск, показывает феноменальный результат. 80 подтягиваний сегодня здесь, на нашей площадке. Такого еще здесь присутствующих не видел никто. И вот пережил этот сложный период в своей жизни. Сейчас находится в прекрасной спортивной форме, полностью излечился, выступает в марафонских забегах, подтягивается на перекладине, катается на велосипеде, имеет прекрасную лыжную подготовку. И вот такие люди, конечно, со своей жаждой жизнью, это настоящий пример для подрастающего поколения и вообще, наверное, для большинства жителей города Красноярска. Итак, Виктор Росинин, Советский район. Виктор подтянулся на предварительном этапе 61 раз, и сейчас он постарается войти в виртуальную тройку призеров, которая на данный момент выглядит следующим образом. На первом месте у нас Андрей Исумов с космическим результатом 80 подтягиваний. Есть. И я думаю, что Виктору сейчас все удастся. Есть. Вот так вот. Есть. Виктор Васильевич, кстати, не коренной красноярец. Он жил в городе Мариинске долгие годы, но просто устал. У нас вот хорошая в Красноярске система соревнований. Можно каждый выходной, если ты многоборец, можно каждый выходной себе найти занятия, соревнования по душе. Там сейчас проводятся рогейные, забеги, велосоревнования. Там через неделю будет легендарный веломарафон «Кросспорт», 500 мест, которые распроданы просто в лед. Люди разобрали все места и сейчас не могут попасть на это мероприятие. Давайте будет через неделю. И вот Виктор, живя в Мариинске, выйдя на пенсию, переехал специально в Красноярск для того, чтобы жить интересной спортивной жизнью.
участвовать в соревнованиях и не преодолевать постоянно расстояние, поскольку, конечно, Мариинский город маленький, жизнь более в спортивном плане скучная, соревнования проводятся лишь по большим праздникам. В Красноярске здесь все интереснее проходит. Ну и на данный момент Виктор просто в блестящем стиле, у него очень чистая техника, судья редко придирается к его выполнению упражнения в его ключе. 35 подъемов, давайте поаплодируем, поддерживая этого легендарного атлета. Есть. Который в свои 60 с лишним лет находится в великолепной спортивной форме. И будет еще жить как минимум до 95 лет. Я понимаю, что следующий рубеж, это рубеж Николая Гаклимова, рекордсмена мира, 42 подъема. Есть. Есть уже 42, повержен мировой рекордсмен. И Виктор Росинин идет дальше. Есть. Итак, кубок города Красноярского подтягивает на перекладине, калибре 60-69 лет. Виктор Росинин делает 46-й подъем. А вы знаете, что на втором этапе предварительно мог поднялся 61 раз. Сегодня, конечно, нужно больше, как минимум на одно подтягивание. И Витя это знает. Пятьдесят один раз! А вы так можете? Нет! Есть! Пятьдесят три подъема! Виктор твердо занимает вторую позицию в нашем рейтинге после Андрея Сува, который сегодня здесь. Установил рекорд Красноярского края, подтянувшись 80 раз. 80. Я не знаю, по силам ли Виктору 80, но в таком экономном темпе побороться можно. Соревнования еще раскрою один секрет, немножко усложнены. Вообще по стандарту, по правилам, перекладина должна быть 28 плюс-минус миллиметров. Но здесь, к сожалению, у людей, которые делали этот комплекс, немножко не считают правила, перекладина сделала 32 миллиметра. И, конечно, для тех атлетов, которые, в принципе, привыкли работать по правилам, есть определенные дополнительные сложности. Я думаю, что если бы перекладина была в стандарте 28 плюс-минус миллиметров, результаты были чуть-чуть выше. Реально. Есть. Итак, Виктор Росинин. Здорово, дед. Есть. 64 подъема! Я так думаю, что это уже личный рекорд Виктора, насколько я не помню, чтобы он больше подтягивался. 65! Это 62 года! Я так думаю, что он сейчас все поборется с рекордом Андрея Сумова, который 80 раз подтянулся. Есть. 57 раз. Виктор Росинин. Советский район города Красноярска. Потрясающий результат. Личный рекорд. Ну и, конечно, безоговорочное первое место в категории 60-69 лет.
знаю.